Assalamualaikum. Saya untuk lewat masa Mumbai ke ini klinik kecil pun masa. Kalau bilang tu. Kamu saya. Orida, orida. Te disse. She have pain. Doğru yuvarken de oraydı mı yuvarlı etersiz. Oruç giremez de. Fas konu oluş vatsızdan. Arm yaptım. Это я тебе отвечаю. Смотрите, низкая цена, это не значит, качества не будет. У нас... Это если будет свой донор, да? Да. И у нас каждый... Да, если свой донор, тогда около 15-16. Ну, там... Если ваш донор уже 30, наверное. Да, если с донором около 30-35, ну, 2-3 тысячи туда. У меня сейчас есть один... Реальный пациент, ага. У него первичный миофиброз, угу. Мы проверили в России, угу. Там сестра у него подходит как донор. Ага. Он хотел в Аполло в Дели, я говорю, подождите. В Аполло, вы сами знаете, мы хотим помогать людям. И у них такого интереса нет. Они, ну, я не хочу, я не напротив, потому что одной стороны, одной там, я не хочу, чтобы я... Своей больнице маркетинг делаю. И другой больнице сказать, что -то, они плохие. Нет. Такого не хочу делать. Ну, еще есть Фортис. Да. Фортис хорошо знают. Там у нас Рахул Харгал. Угу. Знаете? Угу. Знаете? Да, 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 слышал. Да. Поэтому и... ну, у них цены повыше. У нас есть. Хорошо, тогда я, он должен был в понедельник позвонить. Хорошо. Я как раз ему сказала, но, честно говоря, я хотела его Фортис к этому работать. Ну, у вас там сейчас жарень, наверное, не знаю. Где? Не-не-не, у нас дождя сейчас. И очень хорошая погода, даже 20-25 так градусов. Такой приятная хорошо, погода. Вот, давайте тогда конкретно. Я посылаю его с ухаживающим месяцем, то есть донором.
вместе. Да. Значит, вы помогаете визовой поддержкой, да. И на самолет билет приобретается за счет пациента, естественно. Да. Ну, чтобы очереди не было 5-10, помогаете. Это следующий понедельник, не этого, 1 августа у меня есть встреча в посольстве индийской. Я, почему я хочу там пойти встречать, чтобы мой пациент, которые пришли с моим приглашением, чтобы они не подождали долго. То есть вы внесете его в список? Да. И я спрошу, чтобы, ну, например, пациент, который надо... Я тогда запишу его фамилию, хорошо, диагноз, и заберите его в списке. В понедельник он позвонит, я тоже предложу. Раз он собрался в Индию, какая ему разница, как у госпиталя, да, ему да, лучше да. Для наших граждан подешевле. Ну да. Значит, еще... дальше он поедет, у вас трансфер, переводчик. Все есть, да. И я сам... Где я будет сам... жить донор? Гостиница или нет, вместе смотри, палате с ухажем? Например, вот это есть такое здание, где в 8-м этаже есть BMT, ну, мозговый, ну... костный мозг. Да, трансплантация костного мозга. Пересадки костного мозга. Да, пересадки. И в 6-м этаже мы делали такой... чтобы, ну, люди, которые надо химия или лучевая терапия, чтобы там ставить. Хорошее место и не такое дорого, как в другое место. То есть как гостиница? Как гостиница. Сколько? И там все есть. Ну, питание тоже. Да, да. Если читаем, там, ну, доллар около... 30-40? Не, 15 долларов. С питанием? Да, питанием не без питания. Я думаю, еще можно 5 долларов, 3 раза можно кушать. У нас, потому что... Ну, наши любят, но это не принципиальный вопрос, все равно. Говядину любят. Ну да, мясо можно там купить, но и еще говядина тоже у нас есть такие люди. Ну они меня спрашивают, как я говорю. Там предоставляются такие условия, вы можете сами принести продукты и сами что хотите приготовить. То есть кухня. Да. У нас, ну, каждый месяц 3-4 пациента. Смотрите, у него диагноз уже ясен. Он диагноз поставил в Петербурге, в России. Mm-hmm. Наш диагноз подтвердили. Просто он молодой человек, он mm-hmm. неправильно лечился, ему неправильно диагноз ставили года 4-5. Он ходил вирусованным, с большой mm-hmm. селезенкой. Mm-hmm. Поэтому ему по старым протоколам нужна была спленэктомия, но мы... Так как у него были возможности, еще раз диагноз подтвердили mm-hmm. в Петербурге, в Институте гематологии, ему назначили определенный препарат современный mm-hmm. и назначили пересадку. Это как бы современное лечение. Он в это поверил, mm-hmm. повезли они своих там родственников, брат не подошел, сестра подошла. Mm-hmm. А сколько процентов или 100%? 90-90. Ну, насколько он мне сказал, 100, я бумаг не видела. Ага. Я ему сказала, понедельник позвонишь, ага. И у нас должны были быть представители из Турции приехать mm-hmm. сегодня. Mm-hmm. Но они, оказывается, откладывают. Mm-hmm. Наш директор, между нами говоря, не приветствует, что мы куда-то отправляли. Поэтому это не надо афишировать, mm-hmm. потому что это личное дело. Да. Вы записываете, что ли? Нет. Не. А. Этот, поэтому, как это сказать, я типа ничего не знала.